Ну, конечно, нам будут мешать. Вы знаете, вот среди десятков тысяч тех россиян, которые покинули страну после 24 февраля и переехали в разные бывшие союзные республики Советского Союза, немало есть и у нас в Армении. Мы же видим, встречаем на улицах нашего города, и не только нашего. Так вот, среди них там, я не боюсь ошибиться, там каждый второй это ФСБшник. Каждый второй. Потому что я повторяю, Армения для России это очень важная стратегическая точка. Бесценно важная. Потерять эту точку, это даже я рискну даже сказать, это не менее опасно, чем потерять Украину. Не менее опасно.